Lotus Master of Sikuran Goranga, now we have arrived in this supremely pure transcendental holy place, Vishram Bhat. Богу спасения милости Шиши Гуру Гуранги, сейчас мы приближаем в это удивительное, чистое, трансцендентное место Шри Вишрам Бхат. Вишрам означает отдых. А Бхат означает баньяновое дерево. Когда Шри Чайтанья Махапрабху приехал в Риндаван, совершал Риндаван на Парикраму, то приехал в это самое место, он отдыхал под этим деревом баньян. Вот оно здесь сзади, можете в этом посмотреть. А здесь, в храме, находится божество Господа Джаганнатхи, которому поклонялся Мурари Гупта. They come through the gate, they keep pronouncing to Jagannath, then they go to Chaitanya Mahaprabhu. It goes straight to Mahaprabhu. Многие преданные, заходя в это место, они предлагали сначала свои пранамы, поклоны у Святого Господа Джаганнатхи, а потом подходят к Чайтанья Махапрабху. Но я сразу не обратил на божество Господа Джаганнатхи, я подошел прямо к Чайтанья Махапрабху. После этого я отправлюсь на даршан Господа Джаганнатхи. Потому что когда спутники Чайтанья Махапрабху прибыли в Джаганнатхи-пури, Махарадж Пратхапурва находился на крыше своего дворца и видел, как Парикрама группа прибывает. So he saw when Mahaprabhu's associates arrived, they went straight past the Jagannath temple and they were going to meet Mahaprabhu in the Gambhira. И он увидел, что, к своему удивлению, он увидел, что спутники Чайтанья Махапрабху, они полностью, проходя мимо храма Господа Джаганнатхи, главного места в городе, они отправились в Гамбиру на встречу с Чайтанья Махапрабху. The day you arrive in a holy place, then you have to take bath, you have to shave your head and you have to fast on the first day. Первый день прихода в святой обитель, ты должен поститься, ты должен побриться, и ты должен прийти на даршан божества. Но Махапрабху отправился в Рукамадара и Гавинду с просадом, чтобы не пришли в каждый Вишу Бхавану, преданные отправились сразу туда на кушение просады. Никакого поста там вообще, там речи о посте не шло. And the king was watching and looking and seeing, and he said to Sarvabhauma Bhattacharya, what are they doing? Царь за всем этим наблюдал с изумлением, он спросил Сарвабхаума Бхаттачарью, который стоял рядом с ним, что они делают. This is called Raghunuga Bhakti. Это называется Raghunuga Bhakti. Спонтанное преданное служение. If you want to be in Raga Marga, come, go directly to Mahaprabhu. Поэтому, если вы хотите быть в Рага Марге, то благодаря Ему Божеству отправляйтесь в Чайтанья Махапрабху. So we are performing Vrindavan Parikrama. Мы совершаем Вриндавана Парикраму. Means the van, the forest of Vrindavan. Это означает, что мы обходим ван, лес Вриндадеви. In the Puranas, there are three personalities called Vrinda. В Пуранах трех личностей называют Вринда. The first one is the daughter of a king named Kedar Maharaj. Первая дочь царя Кедар Махараджа. The second one is the wife of Shankachuda. Вторая жена Шанкачуда. And the third one is the Tulsi, the plant which appears in this world. А третья — это Туласи, растение, которое является в этом мире. Who gets married to Shalagram Shila. Которая выходит замуж за Шалаграм Шилу. So we are also worshiping Tulsi. Мы тоже поклоняемся Туласи. But we don't worship Tulsi as any of these three personalities which are described in the Quran. Все вот эти три проявления Туласи, описанные в Пуране, им трем мы не поклоняемся. They are all the Kala Swarup. That means partial manifestations of Vrinda Devi. Все они являются Kala Swarup, частичным проявлением изначальной Vrinda Devi. Vrinda Devi is a Sakhi of Radhika. Vrinda Devi — это Сакхи Радхики. She is the goddess of this forest. Она богиня этого леса. And in the Braja Lila, she is the daughter of Chandrabhanu Gop.
И в Враджа Лили она является дочерью Чандра Пану Гопа. And Fuller Gopi. И Fuller Gopi. And her husband's name is Mahipal. И муж ее зовут Махипал. So in that form, when we see the plant Tulsi, we end up worshipping the Tulsi who is married to Shaligram, the Tulsi who is the wife of Shatruchuda, or the Tulsi who is the Vrinda who is the daughter of Kedar Maharaj. И поэтому, когда мы поклоняемся растению Вринды, то мы не поклоняемся ей просто как растению, мы не поклоняемся ей как жене Шанкачуды, и мы не поклоняемся ей как жене Кедар Махараджа. So when you are worshipping Tulsi, depending on the Abhiman, your conception of your relationship with her and who she is, then you get a corresponding result. В зависимости от того, в каком настроении вы поклоняетесь Тулси, кого вы в ней видите, такой будет и вам ответ. So, Twadiya Dutyena Nikunja Yuno Adyut Kayoke Limilasa Siddhi Twatsobabam Kaina Virucha Damta Vrinde Namaste Charanaravindam. Twadiya Dutyena, our Vrinda Devi is a duty. She's the main duty that brings about the meeting of Radha and Krishna. So because Radhika is so eager to meet with Krishna and Krishna is so eager to meet with Radhika, then that person who brings them together, how indebted Radha and Krishna are to her and how they love her so much. Радхика и Кришна перед той личностью, которая помогает им устраивать их встречи, насколько они любят эту личность, потому что они страстно желают, и Радхика хочет увидеть Кришну, и Кришна хочет увидеть Радхику, поэтому той личности, которая им помогает, они невероятно благодарны. There are no words to express how dear Vrinda Devi is to Radha and Krishna. Невозможно словами даже подобрать необходимые слова для того, чтобы описать, насколько Vrinda Devi дорога Радхике и Кришне. In the Gautami Tantra, he said, Tulasi Jalamatrena, Jalasya Chulukena Vavikranikte So Atmanam Bhakter Bhakter Bhaktebhyo Bhakta Vatsalaha. Means that Bhaktebhyo Bhakta Vatsalaha. It means that if you offer a tulsi leaf and a palm full of water to Sri Krishna, then Sri Krishna, because he loves Vrinda Devi so much, then if someone offers him a tulsi leaf, then Krishna, he sells himself to that person, his own soul to that person. Приход Гаутами Тантре говорится, что если вы Кришне предложите листик туласи и лишь пригоршню воды, то из-за того, что Шри Кришна он так сильно любит Вринду Деви, то он просто готов будет себя вручить этой личности, которая сделает ему такое подношение, настолько туласи Деви ему дорога. He sells himself. He sells his Atman. Что он продает? Он готов продать себя, свою Атму. But who is Krishna's Atman? Shrimati Radhika. А кто Атма Кришны? Шримати Радхика. So the service to Tulsi, in the conception that she is Vrinda Devi, the duty of Radha and Krishna, is an extremely powerful and essential aspect of our bhakti. Поэтому служение Тулси как Вринде Деви, воспринимаю ее как Вринду Деви, как дути, как посланницу для встреч, которая помогает устраивать встречи Радхики и Кришны, она чрезвычайно является огромной помощью для нас. It was Vrinda Devi who gave the mantra to the gopis. Kattayami Mahavaye Mahayogi Nishri Nandakota Pasuram Devi Patime Kurute Nama. It was Vrinda Devi who gave the gopis the mantra at the time of Kattayami Vrata. So, Vrinda Devi is the presiding goddess of this forest. Vrinda Devi, она заведует всем лесом Вриндавана. And by her order, all the flowers bloom, the birds sing, and the peacocks dance. По ее повелению и цветы распускаются, и павлины распушают хвосты, и все расцветает. She makes the perfect atmosphere for the pastimes of Radha and Krishna. Она создает удивительную атмосферу для игр Радхи и Кришны. And Vrinda Devi herself, though she's the goddess of this forest, she offered every creeper and every flower of this forest at the feet of Shrimati Radhika. So Radhika's name is Vrindavaneshwari because the goddess of this forest offered the whole forest to her.
И Бринда Деви, она как подношение Шримати Радхарани, несмотря на то, что она является богиней этого леса, но в знак огромной любви к Шримати Радхарани, она все, что есть в этом Бриндаване, она все передала высшим стопам Шримати Радхи, поэтому именно Радхику зовут Бриндаванешвари, властительница леса Бриндавана, потому что Бринда Деви передала ей все то, чем заведует сама, будучи богиней этого леса. So when we perform Vrindavan Parikrama, then our every prayer is a step, every step is a prayer to, for the mercy of Brinda Devi, that to allow us entrance into the service of Radha Krishna. Когда мы совершаем нашу Бриндавана Парикраму, то мы молимся на каждом шагу Бринде Деви для того, чтобы она впустила нас в игры Шишрада и Кришна, открыла нам этот доступ. Even though the dham is somewhat covered by concrete and other things now, to the material vision. Даже несмотря на то, что дама мы воспринимаем материальными глазами, видим только с ракурса того, что тут бетон повсюду и что-то такое непонятное для глаз. But still, Brinda Devi is here, and she's watching and seeing all the pilgrims are doing Vrindavan Parikrama under the guidance of their Guru Parikrama. Однако Бринда Деви находится тут, она видит, что все мы совершаем парикраму под руководством нашего гуру Пада Падма. Немножко фонит. Без связи с гуру, без следования по его стопам, мы не можем достичь никаких результатов в совершении бхакти, потому что бхакти всегда нугати майи, всегда мы следуем по стопам бхакти. It's certain that those who do Vrindavan Parikrama under the anugatya of the Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara, Brinda Devi will manifest her mercy in their hearts. Поэтому Бринда Деви проявит свою милость в сердцах тех личностей, которые приходят и совершают эту Бриндавана Парикраму под руководством Гуру Парампара и Рупа Нуга Вайшнава. Knowing about the power of Vrindavan Parikrama, Mahaprabhu himself was doing this Parikrama to fulfill his three desires. Не зная о силе Вриндавана Парикрама, сам Чайтанья Махапрабху ее совершал, желая исполнить три своих желания. Mahaprabhu stopped to rest beneath this banyan tree. Под этим деревом Чайтанья Махапрабху остановился на отдых. Why did he stop here? Почему именно здесь? Because Jamuna is like a bangle. All the way around, but there's a part that you open like that. So Vrindavan, Jamuna flows all the way around Vrindavan. Only Chatika Road is you can come into Vrindavan and leave. Потому что Jamuna Devi, она подобна браслету, который обхватывает кисть, но она обхватывает ее не до конца. То есть получается весь Вриндаван закольцован Джамуной, кроме Читикара дороги. Это место, через него вы можете въехать во Вриндаван. Though we were walking along the bank of Jamuna on Keshigat, Jamuna turns around and comes back along here. Мимо Кешигата мы проходили, Джамуна вот там заворачивает, так проходит сюда. And just here in Jamuna is a special place where Radha Krishna enjoy their Naukavilas, their boating pastimes. И здесь, вот на берегах Ямуны, в этом месте, Радха Кришна совершает свои Наукавилас, лодочные игры. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting here, and in his samadhi, in his trance, he was relishing the beautiful boat pastimes of Radha and Krishna in the company of the Astasakis and Manjaris. Махапрабху остановился для того, чтобы вкусить настроение Лилы, Рады и Кришны, когда они катаются здесь на лодках, окруженные своими Аштасаки и Манджари. Вишвамбарта ки джай, Сатинандан Гори ки джай, Бринда Деви ки джай, Вриндаван Парикрама ки джай, Бале Вриндаван Ванилала ки джай, Джай Джай Сри Рам.